Республика Латвия. Насколько мы знакомы с этой страной, насколько мы знаем ее историю, этот год для Риги, да и для Латвии в целом, очень важный. Страна стоит на пороге своего столетия. По случаю юбилея в Национальном музее открылась фотовыставка истории архитектуры этой небольшой, загадочной и очень красивой страны. Круглую дату латыши будут отмечать 18 ноября. В этот день был провозглашен так называемый Акт независимости. И с этой даты берет свое начало латвийская государственность. Откройте для себя эту прекрасную страну.